За дизайнерским украшением не обязательно идти в магазин. Создателем авторской бижутерии можно стать и самому. Об основах декоративно-прикладного искусства химчанам рассказали на мастер-классе. Ученикам предложили сделать своими руками брошь из фетра. Все необходимые материалы организаторы подготовили и подробно рассказали о каждом этапе изготовления дамского украшения. Занятие провела выпускница Европейской академии имиджа Мария Пчелина. Теперь к нашей розе мы выбираем основу. Да? Она может быть либо круглая, квадратная, прямоугольная, овальная, все, что вы придумаете. К каждому цвету можно подобрать другой еще. Например, у нас будут обязательно зеленые листики, хотя можно и не зеленые. Мы делали разноцветные, вот такая вот роза получилась. Такие занятия уже стали традиционными. Тематические мастер-классы проходят в Химках каждый день. Подробную информацию о них можно найти во вкладке газеты «Химкинские новости», в социальных сетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте.